Хозяином этой психушки был темнокожий парень с белым лицом. Это реально в прошлом психбольнице здесь реально издевались над людьми. О, господи, ты видишь это? Неужели это Бенди Джордж? Чё творим, бро, меня зовут Саргионис, и бро, сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. И, бади, ты же знаешь, кто не с нами, тут под нами. Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы звать на Бенди на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Суприм-банда, то место, в которое мы сегодня прибыли, это просто жесть. Это заброшенная психбольница. Только это не простая психушка. Здесь заставляли пациентов работать и создавать чернила. Это было очень давно, но только представьте, пациентов с отклонениями заставляли за бесплатно работать, при этом еще с них издевались. Их били, им выжигали какие-то слова на теле, с них реально издевались. Многие, конечно, этого не выдерживали, просто умирали. Это ужасное место. И с того времени по сегодняшний день здесь все еще находят трупы. Но особенностью этих трупов является то, что они все измазаны чернилами, как будто их всех убивает один и тот же самый маньяк. Именно из-за этого люди очень перепуганы, именно из-за этого мы сегодня здесь. А еще ходит слух, что хозяином этой психушки был темнокожий парень с белым лицом. Его почти никто не видел, а те, кто видел, сразу же умирали. Не знаю, кому вообще такое могло прийти в голову, темнокожий парень с белым лицом. Тем не менее, банда, сегодня здесь я буду снимать на свой дрон и надеюсь, что мы сегодня снимем что-то очень интересное. И возможно, банда, увидим даже того самого темнокожего парня с белым лицом. Хотя, банда, я догадываюсь, что это может быть. Это может быть тот самый Бенди. До последнего не верил, что он существует. Тем не менее, банда, давайте на твою наберем 10 лайков. И тогда мы отправимся с дроном и снимем реального клоуна-убийцу. Мы узнали еще одно место, где живет новый клоун-убийца. Это будет просто нечто. Так что, будет, давай скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. В своих инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Всего лишь подпишись на нас, напиши нам директ и все. Жди, уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что скорее, все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем дрон. Погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. Просто жесть, где-то здесь и находится то самое здание, то самая психбольница. Она в полностью безлюдном месте. Просто посмотрите, вокруг только поля и леса. Это такая жесть. Психбольных реально очень странно прятали. Окей, тем не менее, оно должно быть где-то здесь. Я пока что не вижу ничего, господи. Просто жесть, вокруг реально только поля и леса. Это жесть, банда. О, погоди, я, кажется, вижу, посмотри. Лети прямо, там, кажется, есть какое-то здание. Неужели, банда, мы уже нашли эту психбольницу? Просто жесть. Окей, вот Настя пытается к этому месту подлететь. Просто посмотрите, я не знаю, кому вообще придет в голову сюда приехать. Тем не менее, это реально такое место, где может жить маньяк. Сюда никто никогда не приедет. Это очень безопасное место для маньяков. Окей, тем не менее, вот Настя уже подлетает. Просто жесть. Там несколько зданий. Говорят, что в одном самом большом здании там жили люди, а в других зданиях в подвалах делали чернила. Просто жесть, Суприм Банд. О, господи. Просто посмотрите, вот это здание. Какое же оно огромное. Это такая жесть, Суприм Банда. Господи, там реально издевались над людьми. Просто жесть. Окей, я пока что не вижу никаких маньяков, никакого Бенди. Хотя про Бенди это уже мы придумали. Я очень надеюсь, что живет реальный Бенди. Окей, тем не менее, банда, просто посмотрите, какое здание. Это жесть, оно полностью развальное, господи. Не думаю, что там кто-то сейчас прям может жить. Просто жесть, Суприм Банда, посмотрите. Какая же страшная история в этого здания. Это реально в прошлом психбольница. Здесь реально издевались над людьми. Тем не менее, банда, я пока что ничего не вижу. Только полуразваленное старое здание. О, кстати, обратите внимание. Здесь следы от колес, то есть сюда приезжают машины, то есть все-таки сюда приезжают люди. Посмотрите, реально какие-то дорожки. Господи, неужели здесь реально живет какой-то маньяк? Реально, как будто кто-то ездит, реально, как будто кто-то ходит. О, господи, просто жесть, Суприм Банда, мне в это не верится. Здесь реально кто-то живет. Окей, тем не менее, банда, я очень надеюсь, что мы сегодня снимем того самого маньяка. А еще, банда, была идея прийти сюда ночью с фонариками. Но идея как-то сама отпала, потому что это очень опасно. С дроном намного безопасней. Окей, тем не менее, банда, я пока что не вижу никаких здесь подвалов. Хотя здание уже почти полностью развалено. А еще, банда, самое интересное, что трупы находят все еще. То есть прям свежие трупы, прям как будто кого-то сегодня убили. И они полностью в чернилах. То есть этот самый чернильный маньяк живет все еще в этом мире. Это такая жесть, Суприм Банда. Это очень похоже на Бенди. А тем более, что это еще какой-то темнокожий парень с белым лицом. Это прям точное описание Бенди. Окей, банда, вот нас и возвращается назад. А еще люди говорили, что здесь прям места, которые полностью смазаны в чернилах. Только представьте, полностью какой-то черный предмет. Окей, там еще есть какое-то маленькое здание. Интересно, для чего? Оно. Возможно, это какой-то туалет. Тем не менее, банда, я пока что не вижу здесь ничего странного, а тем более страшного. Пока что нету ничего такого, что было похоже, что здесь живет маньяк. Окей, тем не менее, банда, мы продолжаем все здесь снимать. О, господи, просто жесть, Суприм Банда, мне не верится, что мы сегодня снимаем в таком месте. Это реально заброшенная психбольница.
О, господи, посмотри на это, справа, поворачивай скорее. Там какой-то пенек, он полностью черный. Это чернила банда. То есть люди были правы, здесь реальные места, которые прям полностью измазаны в чернилах. Этот пенек, это просто жесть. Получается, здесь живет реальный чернильный маньяк. Просто посмотрите на это. Это такая жесть. Одна сторона полностью измазана в чернилах, она полностью черная. О, господи, просто жесть, супрембанда, то есть легенда правдива. Здесь реально живет какой-то чернильный маньяк. Ах, и банда вот Настя подлетает к этому месту. Просто жесть. Это еще более развалено здание. Такая жесть, супрем. Банда. Окей, возможно, именно в этом здании могут быть подвалы. Именно в этих зданиях и делали чернила. О, господи, я уже сюда вижу, посмотри. Там уже видно какой-то подвал. Просто жесть, супрембанда, вы тоже это видите? Господи, мне просто в это не верится. Возможно, именно в этом подвале и делали чернила. Именно в этом подвале умирали люди, только вдумайтесь в это. О, посмотри, что это слева. Просто жесть, это какие-то отходы от чернил, банда. Господи, неужели это все правда? Здесь реально делали чернила, просто посмотрите на это. Господи, окей, не думаю, что мы сможем залететь в этот подвал, потому что иначе мы просто потеряем дрон. Мы не сможем уже никак оттуда вылететь. Окей, тем не менее, банда, я все еще в шоке. Мы реально сняли место, где делали чернила. О, господи, ты видишь это? Неужели это Бенди, черт? Просто посмотрите, что он делает. Он видит наш дрон, он просто с нами играется. О, господи, Суприм Банда, ты реально Бенди, я же вам говорил. Просто жесть, посмотрите на него. О, господи, он идет сюда, банда, вы это видите? Скорее отлетай, такая жесть. Господи, мне просто в это все не верится. Это реально. Реальный Бенди Банда. То есть в этом подвале может быть реальная чернильная машина. Это он убивает всех людей. Но зачем он это делает? Просто жесть, Суприм Банда, посмотрите на него. Он реально существует в реальном мире. Я до последнего не верил, что он существует. Он реально есть. Просто жесть, он ходит. Мы реально его снимаем, банда. О, господи, что с ним? Что с его руками? Посмотрите на него. Просто жесть, у него реально какой-то есть нервный тик. Окей, куда он вообще идет? Это реальный Бенди Суприм Банда. Мне просто в это все не верится, господи. Окей, что он будет дальше делать? Он просто убийца, банда. Это тот самый темнокожий парень с белым лицом. Это Бенди, банда, просто жесть. О, он идет к этому зданию, банда, вы это видели? Просто жесть. О, господи, банда, это реальный Бенди, мне серьезно, его снимают, просто жесть. Посмотрите на него, он существует. О, господи, что он делает? О, черт, банда, вы это видите? Он привел свою рукой, появилась линия, чернильная линия. У него прям из рук идут чернила, банда, это просто жесть. Это он нам нарисовал лишь что? Просто жесть, Суприм Банда, мне в это прям не верится. Это реальный Бенди, это реальный маньяк-убийца. О, господи, что он еще делает? Черт, посмотри на это. Он снова что-то рисует. Это сердечко, но зачем? Это он нам его нарисовал. Посмотрите, это сердечко, которое проткнулась стрела. Это он нам нарисовал лишь что? Просто жесть, Суприм Банда, у него прям из пальцев идут чернила. Это реально подтверждает того, что это реальный Бенди. Господи, мне просто это все не верится. Мы снимаем настоящего Бенди Банда. Он реально существует, просто жесть. Куда он делся? Он же был где-то здесь. Куда он вообще пропал? О, господи, что происходит, Суприм Банда? Нигде нету Бенди, вы это видите, банда? Он просто куда-то испарился. Он же был только что здесь, банда, вы сами это видели. Что, черт возьми, вообще происходит? Куда делся Бенди? Окей, Настя, попробуй немного улететь. Возможно, он подумает, что мы сбежали, уже улетели, он вернется назад. Хотя, банда, мне кажется, что это сердечко, это его ловушка. Он специально его нарисовал, чтобы вы подумали, что он хороший. На самом деле, банда, это маньяк, это убийца. Он специально это сделал, чтобы вы пришли к нему. Тем не менее, банда, мы тоже этого делать не будем. Окей, Настя, попробуй улететь отсюда. Возможно, он подумает, что мы реально отсюда ушли. И выйдет, мы снова его снимем. Господи, банда, мне все еще не укладывается в голове, что это был реальный Бенди. А что, если мы уже прям сейчас кого-то убил, он вышел из того места, где подвалы. То есть он мог запросто кого-то убить и уже обливать своими чернилами. То и потом просто, о господи, это он, посмотри, он нам машет, что происходит, Суприм Банда. Это такая жесть, это реальный Бенди. Он нам машет, банда, посмотрите на это. Мне просто это все не верится. Что он делает, он танцует. О господи, Суприм Банда, у него реально какая-то шиза. Он очень рад, что мы возвращаемся назад. Или что происходит, черт возьми, Суприм Банда. Это самое странное видео, которое мы снимали. Это реальный Бенди, что с ним вообще в голове? Господи, Суприм Банда, просто жесть. Он реально танцует. О, черт! Ничего себе, банда, это жесть, господи. Окей, я просто не знаю, что говорить в таком случае. Я просто в шоке. Окей, он снова нас ведет к этому зданию. Посмотрите, он снова куда-то туда идет. Опять потанцует, просто жесть, Суприм Банда. У него реально какая-то шиза, у него в голове играет музыка. О, господи, снова к этому зданию ведет. О, он хочет, чтобы мы зашли внутрь или что? Он идет внутрь, Суприм Банда, посмотрите на это. Это просто жесть. Он хочет, чтобы мы зашли внутрь, банда, вы это видите? Нам дают дорогу. Посмотрите на дверь, банда. На нее намного пролито чернила, просто жесть. Это дверь в чернилах, банда, такая жесть, господи. Окей, там что-то внутри написано. Что там вообще написано, черт возьми. Просто жесть.
Создатель-предатель? Что это значит, Суприм-банда создатель-предатель? О, господи, по легенде, создатель убивает их всех. О, чёрт! Он просто забрал наш дрон, банда, вы это видели? Просто нет сигнала, посмотрите на это! О, господи, мне просто в это все не верится! Он забрал наш дрон, Суприм-банда, это реальный был Бенди! Он реальный маньяк-убийца, мне просто в это все не верится! О, господи, сигнал появился, банда! О, господи, что происходит? Он просто забрал наш дрон! Куда он его несет? О, погоди! Это же тот подвал, который мы снимали в самом начале! Он несет наш дрон в подвал! Возможно, банда, что именно сейчас мы увидим ту самую чернильную машину, только уже в реальной жизни. Это просто жесть, посмотрите на это. О, господи, о, погоди, мне показалось, или у него в лице была дырка от пули. Неужели кто-то отбивался от банды, кто-то стрелял ему прямо в лицо. Это просто жесть, Суприм банда. Он реально заносит нас в этот подвал. Я думаю, банда, что мы уже точно не вернем наш дрон. Он уже навсегда там останется. О, господи, что происходит? Черт, там человек, банда, вы это видите? Он хочет его убить, просто жесть. Посмотрите на это, у него в плену какой-то человек. О, господи, там реально дырка от пули, банда, вы это видели? Он реально хочет убить человека, с ним прощается. Это просто жесть, Суприм банда, вы это видите? О, господи, он просто вырубил дрон. Это такая жесть, он убивает всех, кто похож на создателя. Он убивает всех подряд, кто только немного похож на создателя. Именно поэтому так много трупов. Это просто жесть, Суприм банда, мне в это не верится. Господи, банда, мы сняли реального Бенди, вы это видели? У меня все, что не укладывается в голове. Тем не менее, банда, давайте наберем 10 тысяч лайков и отправимся ему настоящего клоуна-убийцу. Нового клоуна. Клоуна убийца, это просто жесть. Окей, браво, комменты с прошлого просто вписывайте, какие они шикарные. И держи комментарии. А про если вдруг ты хочешь по следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже. Нажал лайк, колокольчик, оставить комментарии и все, протяженное видео. Лайк, колокольчик, на видео, бандит. Так, не забывай про наши инстаграмы с Настей. Ведь мы общаемся там с вами. Подпишись, напиши и все. А также припомни одно. Оставайся таким шикарным. Пока!